Уже очень скоро Олимпийские игры, поэтому мы осваиваем новые коньки на деревянной основе. Самое удивительное, что в этих коньках не используется железо, которое крайне необходимо той стране, в которой я живу. Ну, в принципе, какая разница, какое железо? Удивительная ситуация. Это вот это деревянное изделие. Вашему вниманию предоставлена женщина. У нее есть грудь, ноги, еще кое-что, о чем я не буду говорить, и дополнительный элемент. По всей видимости, это относится к тому, я не буду говорить вслух, сами догадайтесь.